Чайки, всем привет! Сегодня у нас супер крутая тренировка. Супер крутая, но по той причине, потому что это бомбическая тренировка, сделанная на всего лишь одном упражнении, на одном задании. Это будет супер сет. Обязательно одевайте кроссовки и поехали. Упражнение сет. Это набор упражнений, который выполняется поочередно, без пропусков, без промежутков. То есть это упражнения, которые склеены все вместе одновременно. Такое своеобразное игра на выживание. И значит, в чем оно заключается? Вы обязательно должны без кроссовки. Мы выполняем первое упражнение. Прыжок наверх. Дальше мы делаем присед назад. Из этого положения опускаемся. Выполняем отскок назад, положение планки. Из положения планки мы делаем отшаг ногой к руке правой, назад положение планка, отшаг назад вперед ногой левой, положение планка. Дальше мы выполняем руками и ногами переход в одну сторону, потом в обратную. Сделали один шаг, ноги к себе и выпрямляемся наверх. Показываю, как это будет все выглядеть в ускоренном темпе. Прыжок наверх, присед, в сторону, назад. Отсюда выполняем отшаг ногой, ногой, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, прыжок. Обратно. Еще разочек. Наверх, присед, сесть, вытянется планка, отшаг, в сторону, отшаг. В сторону, рука, 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 обратно, выпрямимся. Все это выполняется прямо на вас. Выполняем. Прыжок, присед, положение, планка, сюда отшаг, сюда отшаг. В сторону, в сторону, в сторону, в сторону, прыжок, вылез. Девчонки, выполнять этот суперсет нужно 10 раз подряд. 10 раз подряд вы сделали, отдохнули 1 минуту. И таких повторов вы сделали 4, то есть всего у вас получится 40 этих сетов с очередностью, с отдыхом в 1 минуту через каждые 10 раз. Спасибо всем, вы очень крутые, и желаю всем хорошего дня.